Алло, здравствуйте, это магазин? Да, а кто это? А я вам звоню по поводу вот телефона. Я вам недавно писал претензию. iPhone 12. У меня, соответственно, там в претензии было написано, что я требую возврата денег. Хотел напомнить, что 10 дней уже прошло и набирается в мою пользу неустойка. Сейчас, секундочку, посмотрим. Да, я уточнил ваше дело. Смотрите, вам по претензии отказано, поэтому неустойка никакая в вашу пользу не набирается. Вы можете телефон только починить. Ну, я все-таки настаиваю на возврате денег, и неустойку хочу напомнить, что составляет неустойка 1% стоимости товара. Это через 10 дней уже плюс 7500 рублей в мою пользу. То есть вы мне вернете и 75 тысяч, и еще 7500 уже через 10 дней. А через 20 дней это плюс 15 тысяч. Послушайте, мы вам по претензии отказали, поэтому неустойка в вашу пользу не набирается. То есть, вот магазин вам отказывает, все, неустойка не набирается. Если хотите, приносите его на ремонт, мы бесплатно починим. Но неустойка и возврат денег невозможны. Смотрите, вот вы по претензии мне отказали, как раз поэтому и набирается неустойка. Потому что если бы вы мне по претензии деньги выплатили, то неустойка бы не набиралась. В течение 10 дней вы могли бы там вернуть деньги, все дела. Но так как вы отказали по претензии, как раз поэтому неустойка и набирается. И к 12 декабря 2022 года она составит уже плюс 75 тысяч. Вы можете вашему директору передать, что ему проще мне сейчас вернуть 75 тысяч за телефон, чем 75 тысяч за телефон и 75 тысяч неустойки к 12 декабря? Молодой человек, вы не понимаете, мы вам по претензии отказали. Неустойка никакая не набирается. Если у вас какие-то есть вопросы, то обращайтесь в суд. Мы вам отказываем в возврате неустойки и возврате денег по претензии. Когда хотите, можете принести телефон на ремонт. У вас такое право есть в течение срока гарантии. Все. Других мы никаких возвратов делать не будем. Можете нам дальше не звонить. Ладно, хорошо, но по возможности директору передайте вопрос про неустойку, и если что, пускай он мне наберет, у меня телефон всегда доступен. Хорошо, до свидания. До свидания. 3 hours later. 3 часа спустя. Алло. Алло. Здравствуйте, это вот магазин. Это директор филиала на улице Ленина. Вы нам звонили по поводу телефона, про неустойку говорили. Вот это вы, правильно были? Да, я 3 часа назад как раз вас звонил. Я вам претензию писал. Слушайте, вы каких целей-то хотите добиваться? Вы хотите там в суд пойти что-то судиться? Хотите там, не знаю, что-то делать или что? Нет, у меня цель просто вернуть деньги за телефон. Мне неустойка не нужна, я просто чинить не хочу. У меня существенный недостаток, и я хочу деньги вернуть. А про неустойку напоминаю, потому что она реально будет начисляться. И мне не хочется с вашего магазина брать тройную стоимость, хочется взять просто 75 тысяч, и все. Слушайте, я сейчас поговорил с юридическим отделом. Мы, конечно, не должны этого делать, но мы решили пойти вам на уступки и проявить клиентоориентированность. Можете подойти с телефоном, мы деньги вам вернем. Хорошо, спасибо. Конец. Типичная беседа, которая обычно вот так и бывает. Обратите внимание на то, что я называлась 3 hours later, а именно 3 часа после. Никто по телефону вам сходу под вашим во время беседы вашей не будет согласовывать возврат. Люди обычно кладут трубку, заканчивая беседу фразами о том, что у вас ничего не получится, никто вам ничего не вернет. Но вы обязательно, как собеседник из этой беседы, вы должны сказать, что если что, звоните, вот мой номер, я жду вашего решения. Удивительно, но вопреки тому, что вам сказали, что точно ничего не вернут, там ребята посовещались, обсудили и через 3 часа позвонили и деньги вернули. Вот так часто бывает. Лично так было у меня несколько раз. Так часто бывает у всех других. Дайте магазину шанс посидеть, подумать, обсудить и вам перезвонить. Это очень показательная беседа. Примерно так рекомендую общаться всегда. Вот такой вот диалог, вот такая вот беседа, вот такой вот спектакль, где я единственный актер. Постарался его сделать максимально приближенным, этот диалог, к реальному. За счет чего? За счет того, что магазин как можно дольше упирался, использовал разные трюки, уловки, хитрости, чтобы ввести в заблуждение потребителя.
Вот. Если вам такие видео нравятся, если понравилась идея, постараюсь сделать такие короткие зарисовочки по всем остальным и основным темам, то вот номер карты в описании. Можно меня отблагодарить маленьким благотворительным донатом, пожертвованием, совершенно несущественным для вашего бюджета, но может быть приятным для меня, особенно если вас когда-нибудь станет много. Какие-нибудь там 30, 50, 70 рублей будут реально в пользу и частично смогут компенсировать мое время на то, чтобы все это снимать, оформлять, выкладывать, отвечать на вопросы. Буду вам искренне благодарен. Ну вот, собственно, ждем еще таких видео в форме бесед, диалогов.